Новая волна на сайте dadydrop.ru. Куча бесплатных кейсов, а также живая лента с дропами в реальном времени и новый игровой режим Tetris. Также в группе Daddy Drop проходит новый конкурс Аркан на Пуджа. Открывай кейсы, попадай в топ игроков, выполняй задания и получай внутриигровую валюту. Получи бонус в виде 15% по промокоду Jumbler. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то дождались мы этого момента. Вышел новый Battle Pass. Сейчас мы будем его покупать, смотреть, делать обзор. Посмотрим, что это и с чем это едят. Вот были слухи, что типа комбезиума не будет в этом году, но все-таки он будет. Правда, он еще и не полностью переведен, этот компендиум. В общем, будет много новых имморталок. Самое важное, матчмейкинг по ролям. Очень долго я этого ждал, и слава богу, что это произошло. Я надеюсь, что это останется навсегда, и теперь Dota комьюнити станет намного лучше. Ведь если ты изначально ищешь роль на саппорте или роль на кэрри, тебе не нужно париться о том, что у тебя не будет в команде саппорта, иначе игра просто не найдется. Это лучшее, что можно было придумать, наверное, в компендиуме. Я надеюсь, что это именно так. Но, судя по описанию, роль по матчмейкингам, и вот здесь есть роли, можно выбирать саппорт, сейфлейн, мидлейн, оффлейн. И это круто. Это, безусловно, офигенно. Также, в общем, все будет в зеленом стиле. Выпустили новые имморталки. Имморталка на Андерлорда. Давайте посмотрим, в общем, сейчас сможем мы купить или не сможем этот боевой пропуск. Давайте купим мегакомплект. В данный момент покупка невозможна. Пока что мы не можем его купить. Не знаю почему. А может, мы сможем обычный купить? Обычный почему-то можно. Странно. Это очень странно. Ладно. Давайте купим обычный и посмотрим, что это такое. Да? Отлично, купили мы компендиум, и сейчас посмотрим, что здесь есть, какие здесь есть достижения. В принципе, сама система... Кстати, новое голосование за Аркану. Это круто. Это круто. Начать голосование. Так, за кого мы хотим отдать свой голос на Аркану? Давайте посмотрим. Магнус не в мете, смысла нету. Пока его не изменили. Вот на Баншу. Я бы проголосовал за Баншу. Герои сильные, герои часто пикают. Если выбирать между Омником и Баншой. И, кстати, Темпларка. Блин, вот Темпларка это очень, на самом деле, интересно. Но я, наверное, отдам свой голос за Баншу. Здесь я отдам свой голос за Темпларку. Или я так не могу делать? Вот оно что, да? То есть нужно сразу выбирать. Ладно, окей. Нага или Слардер? Слардер. Чаус. Конь или Трент? Трент. Или... Я бы, если честно, за Трента отдал. Здесь ДК или Бестмастер? Давайте ДК. Магнус или Лич? Блин, ну на Личе я вообще не играю. Да и за Магнуса голосовать не хочется. Ладно, проголосую в пользу саппортов. Гирокоптер или Ликан? Гирокоптер. Вивер или Бейн? Вивер. Тини или Пугна? Тини. Все. Окей. С этим мы разобрались. Награды за покупку. Давайте возьмем их. Разблокированные турнирные прогнозы. Ранкет матч Team Challenge токен. Так, токены какие-то. Вот это я вообще не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Сундук. И курьер. Да? Курьер. Варды новые. Комплект музыки. Кстати, комплект музыки это интересно. В International все набор карточек. Карточки. Окей. А я смогу сейчас купить уровень, интересно? Ну, к примеру. Купить. Да. Активировать. Да, я смог сразу купить уровни. Окей, давайте посмотрим. Эффект фонтана.
Карточки. Боже. Дефолтная рулетка. Сейчас посмотрим, что здесь за предметы в этой рулетке. И главный приз Аркана, естественно. Давайте посмотрим, что здесь может выпасть. Это интересно. Так. Морфинг? Сокровищница? Да, мне... Или нет? Набор на Дазла. Мне выпал. Окей, поехали дальше. Что это такое? Токены. Эффект телепортации первого уровня. Карточки. 250 наградных фишек. Фишки, которые ставятся у нас. Принять. Взять сокровищницу. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим, что это за сокровищница. И что там за предметы, естественно, самое интересное сейчас будет. Прощаем очередное колесо. А что за замочек? Что там? Так, нам походу буч выпадет. Курьер. Да. Курьер выпал. Почему? Без названия? Ну, как обычно. Лаги, лаги, лаги. Это... Оу, и... Эффект блинк-даггера. Подожди, это насмешка на Энигму? Знаете, мне что напоминает эта мелодия? Из фильма «Маска», когда он там петь начинал. Хей, та-та-ра-та, хей, та-та-ра-та. Прикольная песенка, кстати. Эффект блинк-даггера, даггер-даггер-даггера, карточки и сундук. А это что такое? А, я думал, будет что-то новое, но оказывается нет. Эффекты для колеса чата. Так, дальше у нас что там впереди? Апгрейды для курьеров. Level up, эффект юлов. Покрасить в реку. Все дефолтно-дефолтно. Это что такое? Набор комментаторов МИПа. Вот так вот. Игроки на МИПа, может быть, и будут довольны, но это не точно. Апгрейды для курьеров, банки, сундуки, сундуки. В общем, куча новых имморталок. О, вот это что? Вот это, кстати, интересно. Новый ландшафт. Блин, 160 уровень нужен для нового ландшафта. Выглядит круто. Выглядит очень круто. Возможно, мы его приобретем себе как-нибудь. Дойдем. Давайте посмотрим сейчас, что за сундуки. Что в них есть. Сундуки первого левела. Это понятно. Имморталка на Андерлорда. Давайте посмотрим, что это за имморталка. И что у нее за эффекты. Сейчас заценим. Так, смотрим на иконки. Второй спелл. Смотрится красиво. Вся тематика компендиума, она будет в зеленом цвете. Не знаю. Как вам, кстати, вот зеленая стилистика? Я... Сейчас такое двоякое мнение, на самом деле, по поводу зеленого цвета. Сейчас посмотрим. Вау. Это круто. Это очень крутой эффект. Отличный предмет, и он реально круто смотрится. Красивый клинок. И эффект прям супер классный. Мне нравится. Просто 5 из 5 ставлю. Максимальную оценку этому эффекту ставлю. Очень круто. Отлично. Давайте дальше. С Андерлордом, понятно. Следующий у нас Vengeful Spirit. Давайте посмотрим. Блин, как же долго я ждал новых предметов в доте. Какие крылья офигенные. И это стан. Это изменение стана. Сейчас посмотрим. И перья вылетают. Блин, а еще когда она бегает, типа перья летают. А вот тут, конечно, двоякая система. Если ты монстишь где-то в деревьях, получается, враг может узнать, куда ты бежал и в какую сторону. Это, по мне, так очень плохо.
Типа ты не сможешь с этой имморталкой заманцевать где-нибудь в деревьях. Хотя, может быть, враг не будет их видеть в этим, ну, если ты не в поле зрения, возможно, их не будет видно. Но если их будет видно, к примеру, как следы там какого-то террорблейда, это ж плохо. Но вообще эффект крутой. Ну вот этот шлейф за венгой, по-моему, это перебор. Он слишком длинный. И типа такая будет жертва для гангов. Не знаю. Ты не сможешь никуда убежать. Тебя всегда найдут. Имморталка красивая. Пока что мне имморталки нравятся. Эффекты реально классные. Террорблейд. У меня, к сожалению, нет на этом аккаунте арканы на террорблейда. Уверен, с арканой. Уверен, с арканой это смотрелось бы очень круто. Отличные крылья. Блин, какие же классные имморталки. Так. Ультимейт. Приготовьтесь к битве. Кайф. Как же они хорошо постарались все-таки, да? Целый год не выходило никаких новых предметов, но все же они действительно сделали красиво. Прям... Я думаю, что Battle Pass очень сильно поднимет активность в Доте. Потому что одна переработка матчмейкинга по ролям чего стоит. Это одно это изменение уже очень много изменит в онлайне Доты. Это круто. Камбэк Дота. Ух ты. Как же они хорошо постарались. Офигеть! Вот это кайф! Офигеть, как это красиво! Я ставлю 6 из 5. Просто вот 6 по 5-бальной шкале. Это просто офигеть, как красиво! Эмоции, честно говоря, прям ух! Аж зашкаливают. Рики. Вау. Офигеть. Баратрум, Рики. Они еще выбрали таких героев достаточно популярных. И я думаю, что это правильно. Рики. Как угодно. Такой козленок бегает. Золотой, фиолетовый какой-то непонятный. О, как пожелаете. Так, и что это? Это смог. Ого! Блин, я сейчас как маленький ребенок. Нифига себе! Серьезно? Это самые лучшие имморталки вообще за историю выхода всех имморталок. Охренеть, как это красиво! Кстати, эффект блиндагера, ребят. Жесть. Вот, блин. Каждая имморталка, она просто лучше другой. Это круто. Спирит Брейкер. Чардж. Нет, не чардж. Эффект на башах. Ладно. Давайте посмотрим, что за эффект на баше. Разумеется. Максимальный уровень. Шанс к башу. Приготовьтесь к битве. А ну иди сюда. Ну, вот это, ну, типа, не, она красивая, да, но на фоне других имморталок, типа, она обычная. Сам предмет красивый. Эффект красного цвета, тоже круто, то, что он красный. Классно, да, ну, на фоне, конечно, других, это, ну, типа, вообще, так себе смотрится. Лич. Воу, ультимейт. А вот это интересно. Переработка ультимейта. Давайте посмотрим. Так, создадим, наверное, несколько вражеских героев. Давайте вот так вот сделаем. Только надо, чтобы они сразу не сдохли. Тараса как-нибудь купить. А ну-ка. Ну, такое... Я до сих пор под впечатлениями от имморталки на Рике.
Но на Рике просто, сука, я даже не знаю, у меня просто эмоции переполняют. Золотая имморталка на Рике. Они сделали золотой вариант. Блин, это грамотно, потому что это самая крутая, самый крутой эффект. Лишь бы не заметили. Золотые рога. А вот вы знаете, мне кажется, что... Ну, типа, тот эффект красивее смотрелся, чем золотой. Мне почему-то тот больше нравится, чем золотой. Ну, это такое, на любителя, наверное. На любителя. Мне в том цвете нравилось больше. Так, ладно, что здесь еще есть? Ой-ой-ой. Страшно заходить. Эффект даггера. Фу, сделали глубокий вдох. А, он просто золотой. То есть, типа, просто золотой кинжал и все. Кстати, с арканой круто смотрится. С арканой действительно вид прикольный. У Мартретки. Ну, типа, кинжал просто... Он просто золотистый. Но они же могли что-то получше придумать. На Рике, по-моему, самый топовый сейчас. До сих пор. Все еще. Самый топовый эффект на Рике. Не, ну типа, ну такое. Ну, прикольно, базара нет. Ну ладно. Я ожидал большего. Напишите в комментариях, какая имморталка вам понравилась больше всего. И последнее, что здесь может выпасть, это эмблема. Чего-то там. А что это такое? Опробовать. Что это? Эмблема чего? А, под героем. Под ногами героя. И типа она постоянно? Так нет. А какой смысл? Шлейф остается за тобой. Я немного не понимаю. Разве это будет кто-то использовать? Тебя же могут найти. Вот ты заходишь в деревья. За тобой бегут. Они знают, куда ты свернул. Они просто идут по твоему следу. Это красиво, я не спорю, но... Этим же не будут пользоваться. Типа... Это же во вред, наоборот. Ну ладно. К сожалению, мы не можем, наверное, посмотреть, да, что будет в других сундуках. Естественно, они еще не выпущены, они еще недоступны. Престижный предмет для Леона. Скоро. Какой-то будет предмет на Леончика. Эффект фейзов. Ну, в общем-то, и сундуки, что самое главное, будут. Ну, в общем, давайте откроем сундуки, посмотрим, что нам выпало. Ну, насколько их? Два сундука? Давайте откроем их. А, три. Три штуки у нас. Давайте посмотрим, кто нам выпадет. Хочу Рики, пожалуйста, дайте мне Рики. Я хочу Рики. Блин. Ну, Андерлорд тоже неплохо. Она мне тоже понравилась. Хорошая имморталка. Аппарат или Рики? Аппарат Рики, аппарат Рики. Хочу аппарат Рики. Рики! Рики! Да! Хорош. Красавчик. И последняя имморталка. Аппарата хочу. Да и аппарата. Аппарата нету. Винга? Винга. Да, это Винга. Vengeful Spirit. Отлично. Но то, что мне Рики выпал, это круто. Это круто. А, насмешка на Феникса. Давайте посмотрим. Нифига они там угорают. Че они там курят? А что за курьер? Ну, курьер без каких-либо эффектов. Ну, такой обычный. Ну, с левелами, наверное, он будет покрасивее. Там по-любому будут какие-то эффекты. Набор курсоров зеленые. Ну, типа курсорами я вообще никогда не пользуюсь.
Вот комплект музыки. Мне было бы интересно еще послушать, что за комплект музыки. Давайте послушаем. Сейчас я музыку выключу. Так. А я могу послушать? Послушать. Надеть. А ну-ка. А, так. А ну-ка. Приготовьтесь к битве. То есть она здесь вообще не будет играть, да? О, заиграла. Ладно. Она такая же, в общем-то, стандартная эпическая, но вроде выглядит неплохо, но странно, что нет прослушки. Знаете, такой прослушки, где коротко разные треки. Нужно будет попробовать поиграть с такой, с таким комплектом музыки и посмотрим, оценим его все. Рано или поздно мы запишем что-нибудь. В общем, пишите, какая иммортлка вам понравилась больше всего. Ну, а я буду разбираться дальше, что здесь есть. Если я найду что-то интересное, о чем можно будет рассказать, я обязательно с этим поделюсь. Всем спасибо за просмотр. Пишите, как вам вообще этот компендиум в целом, как вам зеленый цвет и какая иммортлка, по вашему мнению, лучшая в первых сундуках. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.